Боже, какая жестокость. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько ж надо было награбить, чтобы угодить сюда? Ола, леди! Вы близко знаете тебя? Нет. За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет, что вы, право. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Вот, здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан, такой, как ваш. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продают. Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Этот мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. Но и он сгодится. О, черт возьми! Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. Боже мой, какой вы ловкий! Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Держитесь! Обчистил меня! Боже, что теперь будет? Не могу дышать! Сердце не бьется! Стой! Или я тебе колени переломаю! Я рядом, гаденыш! Вот и я! Ты в гавани не скроешься! Не в тот карман ты полез. Расхлебывай последствия. Локо кому на камеру. Слава богу, вы живы. Разумеется, это так, отребье. Да уж. А, мы на месте. Хотите драки? Будет вам драка. Ну же, сюда. Сейчас проверим вашу силу. ¡Mándalos a casa en ataúdes! ¡Sí!
Еще один. Давай! Ugh.
Полно тебе дорога! ¡Tumba! ¡Ah! ¡Ah!